Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить дополнение к Fallout New Vegas Old World Blues. Надо брать уже вот эти вот квесты. Давайте посмотрим, какой из них поближе. Этот хер знает где. Тоже далековато. Да не все, черт знает где. Понятно. Ладно. Не-не-не. Тогда придется идти вот в эту сторону. Куда-то. Кто-то сюда. Этот исследовательский комплекс. Ну, потому как другого способа я не знаю, ну, то есть, а за этими кнопками идти я что-то не особо хочу. Или это может лучше развернуться и пойти вот вдоль этой кишки. Да, давайте так и поступим. Хоть как-то тут на поверхность выбраться. Радиации тут вроде уже не хватает, поэтому... Одену вот эти приблуды. Они мне больше помогают. Ну, весело тут, конечно. Радио бы только вырубить вообще, чтобы оно не то самое, чтобы правообладатели не придирались. Хотя пускай играет вроде тихо. Я стрелял только в голову. Слышишь, винтовка ходит в руках, как я не знаю что. Воу. Что это вообще такое на меня напало, блядь? Давай иди домой. Чем он на меня нападал? Где-то тут этот. Его прям на куски разнесло. Лазерная винтовка, да? Их так на куски разносит, что это жесть. Потом не разберешь, где кто был. Ну да ладно. Мы не будем расстраиваться из-за их кончины. Так, что сюда не вылезти? Иди домой, собачка, точнее ночной охотник. Эй, давай. Что за нахуй?
Блин, это плохо. Ножку мне погрызли, суки. Ну да ладно. Далеко мне еще, кстати, двигаться. Ну, уже финишная прямая. Да твою мать. Уродов и стимуляторов не хватит. Ладно, пойдем. Почему-то после убийства в Ватсе не восстановилось. Не, вроде все норм. Ладно. Просто какие-то звуки, как будто за мной что-то волочится. Так. Интересно, что меня ждет в этой лабе? Или это исследовательский комплекс какой-то? Сейчас посмотрим. Да, это исследовательский комплекс. X13. Нихера себе я... Будем о плохом. Какого хрена тут такое количество этих ночных охотников? Там прям даже с подсветкой, как, сука, ночной клуб, а не исследовательский комплекс. Ну ладно. Пойдем. Пойдем. Ночь на дворе. Хотя я не знаю, что хуже. Тут с ночными охотниками или там с неизвестно кем. Перчатки прототипа. Так, что за перчи? А ну да, я же их не могу одеть, это же не Skyrim. Тут весь костюм сразу одевается. А, это стелс-броня! По-моему, это же отсюда, да? Медицинская шина. Вот они, сапоги. Ну и последняя часть, это броня. Такая, кстати. Прикольная. Поврежденный прототип. Но шлем вообще найс. Мне нравится. А вот это нагрудник. Там он выглядел лучше. Вы получили говорящую стелс-броню.
после прохождения испытания X13. Также можно снабдить более удаляющими средствами медэк-стимуляторами. Не включены в комплект. Сколько она меня защищает? 14, моя 22. Hello, it's nice to meet you. Who can I hide you from today? No. We're okay on Stimpaks. Стимуляторов у нас не хватает. We're okay on Medics until we have to numb the pain. Ладно, пойдем. Пойдем дальше. Собственно, да? У нас задание развивать эту броню. Who do you think is cuter, Dr. Klein or Dr. Boros? Это еще тестовые комнаты какие-то. Но я хочу себе еще шлем такой. Он прикольный. Это, собственно, наверное, эволюция этой брони. То есть сначала у нас нечто подобное на это. Или даже вот это. Вот это вот, да. Да хер поймешь. Пошли, ребята. Нам нужно получить броню. Нету. Нету. Почему? Пусти. Я хочу. Я хочу пройти внутрь. Терминал. Наблюдение за подопытным. Терминал. Разблокировать, япона мать. Data collection array online. Please use the terminal below to begin user synchronization. У меня тут АП стоит. Нужно куда-то туда пойти. Да они тупо, блин, наблюдали все время за кем-то. Мне надо вниз. Выбор теста. Начать. This is the basic stealth test. The robots will be looking for us, but we won't let them find us. Я понял. То есть мне надо пройти мимо роботов незамеченным.
Куда мне надо добраться? Аж туда. Ну ладно, давай попробуем. Да хорошо, что турели не работают. Ясно. Но они меня вообще не видят. Ну, что-то изи, конечно. Я бы их уже пострелял 30 раз. Ну ладно. Подъем. Мне вот туда вот надо, что ли? Ну, похоже на то, тут других дверей нету. Ладно. Starting combat. Just kidding. Ты что, издеваешься, сволочь? На детали разберу, скотина. Говорит, начинается бой, приготовьтесь. Шучу. Test data processed. Firmware updated to version 1.1. Boot damping sensors online. Схема стелс брони. Загружено в мозговой центр. Это я уже понял. Sneaking done. Fighting now. Ёп твою. Я тоже. Ебать. А, точно, там же был выход попроще. Нахера я вот это вот. Destroy this one, I'll make more. Где мои эксплозивы? Это сверху. Are you sure you scanned something? All right, everyone, calm down.
might have been a blip. Уёбываем. You won't escape me. На куски. Так, не сюда. Где тут выход? Где-то там. Пойдем туда. Да я уже понял. Please take this. I don't want you to die. Рассказывают, что мне стоит стимулятор принять, да? Ручку мне почини, ножку мне почини. Пойдем. Пешку. Я хочу такой шлем. Шлем. Судя по всему, нет. Ну ладно. У меня же его нет, правда? Ну конечно. Bad guys dealt with. Чё там у меня? Эксплозив давай. Хач! Anything done. Fighting now. На куски. Папа. Блин. Да не трясись ты как сука, но... пришел и на Е. Хватит уже стрелять этими патронами. Вот так вот. Сейф. Не хочу, не хочу. Отъебись. Нас кто-то ищет. Возможно. Стимулятором приходит. This one looks pretty tough. Крутым выглядит? Да не. Just a little sneaky pony. Cessation of hostilities complete. Ну ты. Блин, прикольная броня. Если бы, конечно, ОЗ у меня так не улетало, было бы куда получше, но ладно. Зато она говорящая. Так, куда дальше-то? Пойдем. Может, переждем где-то тут? И не думаю, что враги находятся рядом. Как раз хотел сказать, не думаю, что тут есть враги. Ну да. Uh-oh.
Что значит «а-оу»? Попал! Только куда он дрыснул? Ладно, пойдем. Все, теперь можно. Ну хотя бы так. О. Метикс действие закончилось. А какого хера он вообще был заюзан? А, точно. Даже при драках он юзается. Радиация? Ну да, это же лужа, блин, тут. Хорошо. Еще чуть-чуть и надо будет возвращаться в мозговой центр, потому что у меня нету... Ну, заканчивается стимулятор и патронов тоже, я смотрю. Не очень много. Ладно. Ебать. Time to fight. Как я там промахнулся? Ты чё, с кастетом на меня идёшь, что ли? Was that all? Чё, серьёзно? С кастетом, да? Прикольно. Кстати, надо будет как-то за кастетчика поиграть, а то я всегда вот у меня постоянно, как в Скайриме, кем бы я ни начинал играть, лучником там... Этим, господи. Даггером или кем бы то ни было, я постоянно выхожу в дуала. Причем когда как? Когда в легкой, когда в тяжелой броне, но это всегда дуал. И тут постоянно получается, что могу я начинать кем угодно, а получается так, что я все время хожу с крупнокалиберной снайперской винтовкой в средней или в легкой броне. То есть, ну, блин, как-то одинаково надо. Попробовать бы что-то поменять. Наверное, в Fallout 4 начну играть за ближника. Показалось. Сейф. Это оно? Да, это оно. И тут, кстати, где-то... На куски. Сука, я сказал на куски, ты куда пошел, ты сука? Bad guys dealt with. This one looks pretty tough. Да ладно тебе. Давайте-ка это. А ты откуда взялся? Just kidding.
это было вообще? Over. Винтовка моя ломается, это так печально. Чё там по стимулятору? Ну давай еще на раз. Надо будет уже возвращаться. Ready, steady, fighty. Ready, steady, go. Ага, он таки не сдох, да? Винтовка Гаусса. Тебя в руках? Куда ты бежишь? А ну стопэ. Была винтовка Гаусса? Дай-ка я полапаю. Это не то. А вот она. Винтовка Гаусса. Дай-ка. Отзаценю Гаусс-пушку. Ну да, заценил. Сломанное снаряжение нельзя использовать. Ну да. Может быть и не надо было в нее стрелять. Ну ладно. Да уже не важно. Кастет нормально вообще. Но винтовка выглядит неплохо. Очень даже неплохо. Наверное, если бы я использовал энергетическое оружие, а не огнестрельное, то я бы ходил не с этой крупнокалиберкой, а именно с винтовкой Гаусса. Ну да ладно. Опа-на. Вот так вот, значит. Seeking done. Fighting now. А что там за черти? Commencing attack on hostile target. Робот. Time to fight. Так слышишь, чё мы, блядь, вот это вот? Cessation of hostilities complete. Чё это, рентген-аппарат? Так, тут где-то было, по-моему... Кнопка. Или это не здесь, это где-то рядом. Давайте пошаримся. Так, врубить свет. Оверстак. Ремонтных наборов у меня там случайно нету. А, да. Замечательно. Sneaking done. Fighting now. Да не, на него плохо это работает. Давай не нервничай. If you wanna be sneaky, turn off your Pip-Boy light. Ну да. Bad guys dealt with. Сюда, да? Хорошо. Чё там, чё там? Крышечка? Ну давай. Я уже хер знает, когда перестал собирать. Стимулятор. Это полезно. Перестал собирать, потому что бабла немерено. Тратить его почти некуда. Мне все-таки нарисовано куда-то сюда идти, поэтому давайте так и поступим. Заряжу я, пожалуй, пешку.
seal the H2 transmitter array and... This one looks pretty tough. You won't succeed. Not if my lethal robo-scorpions have any say in the matter. Бляха-муха. Bad guys dealt with. Там же их немерено, наверное. Uh-oh. Чё? Ну да, так и думал. А, спокойного спуска у меня нету, верно? Ну да. Блять, да они и здесь, и там. Ладно. Explosive. Та-да! Та-да, блядь. Bad guys dealt with. Опа-шечка. Who do you think is cuter? Dr. Klein or Dr. Boros? This one looks pretty tough. Intruder, return what you have stolen from H2. I see you. Now I end. Давай вот не будем о плохом, да? Потому что тут я могу эксплозивами шарашить. Что у меня с броней? Это они меня так подкоцали уже. Вот же ж суки. Ладно, заюзаю один суперстимулятор, чтобы был. Так. Куда теперь-то? X8, да? То есть два квеста у меня в X8. Потом это закончу. Наверное, в следующей серии с этого и будем начинать. Так, ну давай, пойдем туда. Тут уже все побиты, порваны. И взорваны. Ладно, пойдем. Пойдем. Сейчас только отсюда спуститься надо. Так, суперстимулятор действия закончилось. А почему он мне говорит, зайди сюда, а потом иди туда, если мне надо туда? Исследовательский центр X8. Ну вот он, X8. Или есть подозрение, что я туда не доберусь просто так? Сейчас и проверим. Блин. Да господи, взойди ты на камушек. Какой-то он слишком резкий стал в этой броне. О, наконец-то. Да не, он вроде есть подъем. Вроде нормально. Не знаю, что меня туда ведет указатель. Боролся, наверное. Тут эти маячки. Ну, я пройду, в принципе, сюда. А там сейчас маска от радиации мне. This one looks pretty tough. Подожди. Это же обычный
робот. Ты чё? Собака? Армейский киберпёс. Вы чё, обезумели, что ли? Металлолом, блин. Сплошной. А вот и твой мозг отлетел. Бедняжка. Сложно жить без мозгов. Time to fight. Это ты этого там Time to fight назвала, да? Big Mountain, I, Dr. Mobius, will soon control you and all of science. Давай это, 95 в голову. Сможешь? Смог. У него оторвало все просто. Injecting stimulus. Не понял. Вообще нихера не понял. Пешки у меня, ну, я слышал, что она применила этот самый стимпак. А нахуя? Давай еще один супер стимпак заюзаем. Это, в принципе, для экстренных случаев. Не знаю, нахера я его сейчас заюзал. Ну ладно, пускай будет. Ну вот же комплекс, ё-моё. Я же уже пришел. Рада. Охереть. Вот он, центральный комплекс X8. Что-то они там расстарались прям. Смотрю, все в кашу превратили. Do you like me? Скажи, я тебе нравлюсь? Да? Ты ж моя броня. Конечно, нравишься. АПшку. Ready, steady, fighty. Bad guys dealt with. You must be bloody stupid. Time. Okay. Это всего лишь санитары, это не боевые роботы. Так. Базовый тест. Получить 3 личных дела. Children have been subverted by red propaganda.
Заблокирован. Ready? Steady. Fighting. Но они двери открывать не умеют. Cessation of hostilities complete. То есть, как complete? Я же не начинал. Uh-oh. Was that all? No, да. Time to fight. Не, не ври. Fighting over. Одни двойки. Так, одно дело есть, я так понял, да? Не. Это, наверное, где-то сверху. This one looks pretty tough. А, ну мы походу обошли это силовое поле. Науку да. Bad guys dealt with. Я не качал. Тогда пойдем в эту сторону просто. Наверняка тут есть еще второй этаж, потому что, ну. Ready? Steady. Fighting. Ё-моё. Ну ты чё, серьёзно, блядь? Давай вот не будем. Ага, патроны закончились. То есть одна обойма. Пойдём, пойдём. Турель. Серьезно, да? Ладно. Все? Похоже на то. Сейф. Стейрс. Лестница, проще говоря. Ой-ой-ой, а ты куда? Ты куда, дебилоид? Ого, 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 ого. Маска лоботомита с очками. Инты минус 2. Давайте посмотрим, как она на мне будет смотреться. Где она там? Юзани стимпак. Может так и быть. Я просто на маску его засмотрелся, поэтому и убивать не хотел. Вообще прикольно.
жесткая такая. Была бы еще белая, вообще бы под костюм бы подходила. Классно, классно. Но пока нет. Текс. I bet no one has ever been as unnoticed as me. Bad guys dealt with. Так, так, так. Я вижу там двоих, поэтому лучше туда садануть. Steady. Порвало? Ну, конечно. Cessation of hostilities complete. Это что? А, это взлом сейчас будет. 4 попытки. Ага, 3 правильно. Пресс-сет. Нет. Опять же, 3 правильно. Пресс-сет. Зачем я его ломал, никто не знает. Ну, сломал и сломал, ладно. Там, я подозреваю, последний из документов, да? Ой, не туда зашел. А не, последний из документов где-то в этой комнате. Ну, зачем-то ж мне надо сюда идти. Боксы, стимуляторы, ментанты, опять же бафаут. Ладно, пойдем. Просто нычка. Просто нычка. Я так понял, что до этого чувака нам добраться не судьба. Time to fight. Уже? Может, не будем? Пашечка. Сейф. Не, все, я правильно пришел. Чё там есть? Бита есть. Давай, школьный терминал. Все, задание выполнено. Покинуть это злосчастное место. Бейсбольная бита. Тут чё? Перчатка ученого. То есть даже перчаткой ученого можно кого-то избить. Ну, судя по всему. О! Вражины появились. This one looks pretty tough. Куски. Fighting over. Конечно, закончилось. Ёпт. О чем речь вообще? Сейф. None of us thought you would get this far.
сигнал наблюдения. Так. А, это про эту ружбайку, которую мне выдали, которой я не пользовался ни разу, да? Это ведь оно? Ну да. Где-то она у меня тут лежит. Вот она. Урон 28, ВС 206. Короче, плазменный этот самый. Рейлган. Не, я, конечно, ничего не говорю вообще, типа. Sit, stay, kill. Нормально, собачек обучают. А я все-таки хожу там. Где этот робот? А лоботомита он тут приласкал, да? Ну ладно. Что у тебя было-то? Всего лишь батарейки. Почему он обозвал собаку Гейбом? Are we being watched? Я не знаю. Мы сюда не пойдем. Нам сюда нужно. На выход, то есть. Квестов у меня ведь тут больше нету, да? Ты тут еще нормально? Начните школьный тест. Это типа наново. Но мне это не нужно. Мне эта пушка вообще не сдалась. А вот X13... Я бы попроходил еще киберпсов. Это где? Это здесь прям? То есть это на этом терминале? Тогда придется. Школьные данные, киберохранники. Осторожно. Идите в испытательный комплекс. Ну пойдем. Так, сюда не надо. Coming in line. 4
as in forbidden. Do you hear me, think tank? It is I, Mobius, hacking your frequency. Mobius, tree, as in we. As in we are in trouble. That didn't rhyme. Two, as in too late. Вообще было, блин. Файл для звукового. Несите его в музыкальному автомату. Получите новые эффекты. Ладно, дорогие друзья, что-то я затянул уже. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Мне нравится это дополнение.